Перед стартом всероссийского первенства в Губкинском прошли открытые соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Марафон». В турнире приняли участие 55 человек, в их числе спортсмены из Ноябрьска, Муравленко, Ноуренгоя и Губкинского. Каждый стрелок выполнил по три упражнения из винтовки или из пистолета. Судьи отметили сильный состав участников первенства. В пистолетной группе это Мухаметьянов Вадим и Сахно Алексей с города Губкинского. В винтовочной группе у нас приехали спортсмены из города Ноябрьска, соответственно, Дьякова Юлия, мастер спорта международного класса. Приехал мастер спорта Матвеев Кирилл, мастер спорта Андрей Саблин с нашего города. Поэтому состав участников довольно сильный. Соревнования продолжались 13 часов. Спортсмены, показавшие лучшие результаты в стрельбе, вышли в финал. Среди пистолетчиков самыми меткими признаны губкинцы Алексей Сахно и Вадим Мухаметьянов. Они заняли первое и второе место соответственно. Третье за Виктором Немна из Ноябрьска. Другой представитель Ноябрьска Кирилл Матвеев стал лучшим среди винтовочников. Его землячка Ангелина Чапарова завоевала бронзу, серебро у губкинца Андрея Саблина.